Привет! Ты мог бы сейчас играть в Соньку, стоять в пробке, жутко петь в караоке, передавать за проезд, делать другу крапивку на руке. Но у нас есть альтернатива. Смотри шоу «Well Done». Привет! Меня зовут Вильдан Милышев, и эта программа «Well Done» будет сделана. С самого утра, слушая песни «Скриптонита», навел он на меня дикую грусть. Надеюсь, ребята помогут мне это исправить. Итак, ребят, мы начинаем! Итак, сегодня состоится некая конфронтация, если это можно так назвать, двух сторон. Слева от меня – радийщики, радио! Итак, это Оля. Всем привет, меня зовут Оля Найс, я работаю на лучшей радиостанции полуострова «Радио Море». Сегодня мы будем сражаться с командой телевизионщиков, и я знаю, что они подготовили всякие фокусы и еще что-то вроде этого, но умеют ли они вот так? Аплодисменты! Это Света! Аплодисменты! Без понятия, кто сегодня выиграет, кто проиграет. В любом случае, я думаю, что нас ждет что-то интересное, какие-нибудь будут колкости. Но это будет классно и будет прикольно. Но, конечно же, я болею за радио. Хочу, чтобы радио выиграло. И Слава! Аплодисменты Славе! Всем привет! Я Слава Анин, многократный победитель песенного конкурса «Лейся лажа», лауреат ежегодного фестиваля бардовской песни в Чили «Звенящие маракуйи» и обладатель почетного титула «Не лучший двойник» Стаса Костюшкина. Вот примерно этим я хочу запомниться. Не вот это вот «Я суперведущий телевидения, мы вас всех победим». Фу. Справа от меня телевизионщики ТВ. Аплодисменты вам! Итак, пойдем с мужчины. Начнем, что с той стороны. Саша! Ребят, всем привет, меня зовут Макар Александр, и сегодня я буду играть в шоу «Well Done». Две команды – телеведущие и радийщики. Я уверен, что телеведущие выиграют, потому что… Ну что такое радио? У меня, конечно, на радио много друзей было, по крайней мере, до этого момента. Но в моем понимании радио – это самокат, а телевидение – это Феррари, поэтому мы, безусловно, победим. Hasta la vista, радио. Катерина! Я Кэт Казмиди, лицо телевидения. Меня любят камеры и телезрители. Какое радио? Будем рвать его. Язык подвешен, метет как помело. Скажем им get out. Подпись, точка, раунд. И Игорь. Приветствую всех, меня зовут Полонский Игорь. В эфире сейчас не будет новостей, потому что у нас другая задача – устроить настоящее противостояние радио и телевидения. Радио, я знаю вашу кухню изнутри, и это поможет нам одержать победу. Даже встал, отлично. Ты правильно встал, потому что нужно с уважением смотреть на диджея. Это Денис Епаров. Денис! Нам уже понятно, мы все представились. Теперь осталось выяснить, как же называются наши команды. Для этого прошу представителя одного от каждой команды подойти прямо сейчас ко мне. Быстро выбирайте, кто. Один, быстро. Оля есть. Быстро. Раз, два, три. Катерина. Оля. Итак, смотрите, девушки, face to face. Кулачки. Это будет на УЕФА. Победитель получает право назвать свою команду и команду проигравшего. Итак, это Оля, аплодисменты, да? Катерин, спасибо. Давай-ка, Оль, придумаем, как будет называться ваша команда. Ну, мы славные, потому что у нас есть Слава Анин, мы очень любим. Как назовем ребят? Слушай, давай назовем их бесславные. Как скажете, аплодисменты, бесславные и славные, да. Первый конкурс называется «Поисковик». Все очень просто. Каждый из нас когда-либо что-нибудь гуглил или яндексил. И вот я точно так же ввел определенное словосочетание, в данном случае фамилию человека «Поисковик». И он выдал несколько популярных запросов. Вам нужно угадать, что же он мне предложил по данному слову. Итак, для вас, давайте начнем с телевизионщиков. Я вбил в поисковик «Левитан». Что еще дает нам на подсказку Яндекс? Что гуглят вместе со словом «Левитан»? Пусть будет диктор. Да? Диктор? Плюс 5 баллов. Отлично, есть такое, да? Так, ну давай так. Даю вам право ответить. Как вы думаете, «Левитан», что еще в запросах радио популярных дает он? Что? Радио, диктор. Радио? Радио. Неверный ответ. У вас есть возможность еще раз ответить. Давайте-ка «Левитан». Да, мы считаем, что это война, объявление. Ничего связанного с войной нет, это неправильный ответ. Давайте-ка у вас спросим, что же «Левитан»? Вот не могу подсказать. Курсы радио. Радио? Курсы радиоведущих.
Нет. Там это не только великий диктор, есть еще и живописец. Да. Тот, кто писал картины «Левитан». «Левитан. Золотая осень», «Левитан. Художник картины» и так далее. Очень немало там было. Неплохо баллы заработали. Аплодисменты вам. Все, верно. Только давайте-ка вам зададим вопрос теперь про Урганта. Фамилия Ургант. И кто запросы это? По этой фамилии. Итак, что же может быть от команды один ответ? Вечерний. Какой ответ? Вечерний. Вечерний? Ну да. Плюс 5, конечно, да! Итак, да, не, давайте спросим, что еще может быть по фамилии Ургант? Ургант Иван? Телеведущий. Иван. Ургант Иван! Плюс 5 баллов! Ургант это Иван! Денис, друг мой, скажи, пожалуйста, какие у нас сейчас баллы по итогам конкурса? Несмотря на название, вперед выходит команда «Телеведущие». И они набирают 10 баллов. Команда... 10 есть, а у «Радио»? Команда «Радио» 5 баллов. 5 и 10, отлично, неплохо, неплохо. Итак, ребят, следующий конкурс, впереди еще их много, успеете отыграться. Называется он «На языке верчу». Бывает, вертится песня, не можешь вспомнить, я надеюсь, вы вспомните ее. Нужен мне один человек, он выходит рядом со мной, сюда становится и читает текст песни на белорусском языке. Вы должны будете угадать, о какой песне идет речь, что это за песня. Итак, от вас кто это будет? Давай, Игорь, отлично. Аплодисменты Игорю, и мы начинаем. Напомню, что главное условие – вовремя поднять руку, если вы знаете ответ на этот вопрос, и крикнуть название своей команды. Только это будет считаться правильным ответом. Хорошо? И поехали. Про что с тобой говорить? Стратили нитку. Быть не собой, перестать и дома спать. Ну так говори название команды. Бесславные, успели. Потеряли нить бы не собой. Это кто? Бумбокс. Это Бумбокс. Вот, есть, аплодисменты, плюс 5 баллов, да. Да, спасибо. Катерина, я ждал, пока ты скажешь название. Ты... Слушай, а я думала, знаешь, как-то вот ты скажешь, что вот пора, говори. Если что, кричи за нее, это будет считаться. Она поднимает и кричит. Мы как телевизионщики ждем команды мотора. Без мотора будешь начинать сразу же. Дезаючинка. Пятница не хоча бить с еной одной, яка розница дедзе я. Давай дальше. Не могу, отсказав на нума, на нумары, можешь навіть не бацать, хоча уграем. Давай. Давай дальше читай. Ну так прошло, я перестаю дыхать. Славные успели. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Это кто поет? Это Федук. Федук и Элджей. Да, плюс 5 баллов. Отлично. А от вас еще один человек, кто будет читать? Давай, Катерина. Все то же самое, вслух. Читаешь, а мы угадываем. Шмат городов у нас у пасеи. Нету пальца у стольки на ногах. С каждым годом усе янны рыгажейшы патанцюють і сонце у снягах, у Ростове шикоўныя ухі, памерам з вялікую друк, у Москве круто нюхац. Питер. Ну, кто это? В Москве Шнуров, Ленинград. Ленинград, да. Петерипий. 5 баллов. Все верно. Итак, от вас нужен еще один человек. Кто будет? Слава, готов. Давай. Легчей про се уже наздается. Так без конца, без тебе. Че? Ночи хар... Причем это вопросительный знак. Ночи хочешь? Да нет. Ночи надо. Мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Славный. Ну. Мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Фальстарт минус 3 балла. Ты зачем это сделала? Фальстарт минус 3 балла. Давай дальше. Тут в чем принцип? Мало того, что выкрикнуть славный, нужно еще дать правильный ответ. Отвечай сам. Давай. Мне наплевать, чего теперь ты хочешь. Але оказалось, что ты незаменный. Я открываю свет инших мужчин. Славные, они тут все. Я открываю мир других мужчин, ты же Бузова. Да, плюс 5 баллов. Аплодисменты, да. Итак, ребята, осталось теперь выяснить, какой счет у нас по итогам. Команда «Славные». 17 баллов. Сколько? 17. 17, да, у ребят. И у ребят телеведущих, давайте, дерзайте, 15 баллов. 17-15, неплохо, отлично, молодцы.
Друг, тебе нужны идея, свет, звук, сцена. Агентство «Большая перемена». Итак, смотрите, следующий конкурс позволит вам, если не сравняться, то одержать победу. Ребят, называется он «Это что за покемон?». Каким образом мы играем? Один человек становится здесь, сзади него вывешивается, появляется стикер, и человек должен, задавая вопрос у своей команды, получая ответы «да» или «нет», понять, кто он такой, что это за личность сзади него. На все про все дается ровно одна минута. Ребят, с вас начнем. Давай, кто будет? Саша. Итак. Саша готов? На счет три. Поехали. Я мужчина или женщина? Мужчина. Я мужчина? Да. Я живой? Да. Ну, да. Я певец? Нет. Я спортсмен? Нет. Я деятель искусства? Нет. Я телерадиоведущий? Нет. Я мужчина. Я политик? Да. Я политик, я живой? Да. Я Владимир Путин? Нет. Возможно. Ты. Так, я политик российский? Да. Да. Высокого уровня? Да. Я Лавров? Нет. Нет. Ниже Лаврова? Да. Я не знаю, как они так меряются. Я крымский политик? Нет. Российский? Жириновский? Нет. Я больше не знаю политиков Жириновского. Зюганов? Нет. Ельцин? Нет, живой. По старой школе пошел такой, да? Живой. Живой. Современный. Я молодой? Нет. Нет. Я старый, да? Нет. В возрасте, да? Зюган. Стоп, время, давай-ка подумаем. Подсказывать больше нельзя, задавать вопросы нельзя. Давай-ка подумаем. Итак, ты политик. Ты я не политик. Путин, ты не. Напомню тебе, ты не Путин, да. Кто ты можешь быть? Давай предполагаемый я ответ. Я Медведев. Нет, это неправильно, смотри. А у меня была одна попытка? Да, ты Виталий Милонов. Ты пытался, аплодисменты, Саша, да? От вас кто? Денис готов, Слава готов. И поехали. Вопрос задавай. То есть вы не знаете, кто это, да? Я просто на Олю смотрю лицо. Быстрее! Я мужчина? Нет. Я женщина? Да. Камин-аут. Я певица? Да. Я блондинка? Нет. Бузова какая-нибудь? Тихо, не подсказывай. Я с большими губами певица? Нет. Тихо, нельзя показывать ничего, ну, не показывай. Реально. А какая-нибудь Лобода, допустим, нет, условно говоря. А кто там еще? Из этой же когорты наверняка. Нет. Женщина, певица. Я боюсь уже тебя, хватит лицо такое показывать. Слава, думай. Так, поп-певица? Нет. Одна говорит, да, другая нет. Нет. Определитесь. Что, певица перекати поле или что это означает? Певица, уборщица, певица, уборщица, перекати поле. Прекращай! Нет. Российская поп-певица? Да. Естественно, кто у нас еще есть? Седокова какая-нибудь? Нет. Так, стоп. Оль, буду сейчас наказывать за эти все отступления от правил. Так, давай подытожим. Это певица, это российская, она из какой-то той вот когорты, да, вот каких-то... Единственное, я так не понял, поп или рок, потому что... Поп-певица! Я тебе так скажу, они считают, что поп — это только современное, то можно назвать словом эстрада. Ага. Эстрада. Да. Давай вот такую небольшую, да, подводочку дам. И слава того... Большая. Тихо. Тихо, Оль. Эту фамилию называешь, это... Надежда Пахмутова. Нет, глянь, кто ты? Ты Алла Пугачева, ну ладно, слава, спасибо, спасибо. Ребята, от вас кто еще один? Еще раз, да. Игорёчек, давай. Игорёк, на аплодисменты Игорю. Денис готов, Игорь готов. Да, да, да. Поехали. Я мужчина? Да. Я живой? Да. Я деятель искусства? Хорошо, актер? Певец? Нет. Так, деятель искусства, актер-певец, это не политик. Это крымский? Нет. Нет, это ведущий какой-то? Ведущий, да. Телеведущий? Телеведущий? Радиоведущий? Телерадиоведущий? Да. Мы, он на крымском уровне? Нет. Выше? На всероссийском? Да. Российский на уровень? На российском, да. Чего да. Я молчу? Это Иван Ургант? Нет. Нет, ниже Ивана Урганта, менее популярный, чем ну, наверное, он. Наверное, чуть-чуть. Менее популярный, чем Ургант. Малахов? Андрей Малахов, Дмитрий нет. Нагиев, нет. Что-то из этих? Нет, не федералы? Нет, нет, нет. Нет. Блин, ведущие, это что-то с камедой связано? Нет, 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 нет. Он снимался в кино хоть раз когда-то? Не было ничего такого? Может быть. Блин. Не этим. Итак, стоп, вопросы больше нельзя задавать, но я тебе, смотри, хочется отдать подсказочку. Ребята очень неплохо тебе дали наводку, точнее, ты ее взял. Когда говорили на тему телерадио, вот телерадио, вот оно так, ты вот точно знаешь?
Телерадио. И он вот России. Связан с этим всем. Два. Вариант предложил. Я не знаю, Цикало. Нет, глянь, кто ты? Ты... Сергей Чунишвили. Чунишвили. Аплодисменты Игорю. Да, 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 да. Было рядом, было рядом. Ребята, от вас кто выходит, давайте угадывать. Давай, смотрите. Давай, Ольга. Оль, аплодисменты Оле, да. Стикер уже есть. Вы этого личность знаете. Денис готов, Оля готова. Тихо, Денис, тихо. Готовы, да, умнички все. Поехали. Я женщина? Нет. Мужчина, да? Да. Я знаменитый актер? Нет. Политик? Нет. Певец? Нет. Деятель искусств? Да. Да. Я деятель искусств, я российский? Нет. Нет. Я старый? Ну как тебе сказать? Сложно сказать дальше. Другой вопрос. Я стендап-комик. Не. Очень нет. Деятель искусств. Он, конечно, любил пошутить. Я разговариваю на английском. Нет. Кто его знает? Мы не общались. А, нет. На каком языке? Я вообще разговариваю? Да. И не только. Так, деятель искусства. Так, 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 так. У меня есть семья? А кто его знает вообще? Да. Никто не знает об этом. Да, да. Там, допустим, длинное было. Имя. А? Длинное имя. А, ну, если все да, вместе, то длинное. Да. Так, я реальный человек. Все, аплодисменты Оле, подсказку дам. Вот эту личность мы уже не сможем увидеть. Ее, к сожалению, нет. Ну, разве что на портрете. На портрете, да. Автопортрете. Оу! Оу! Нет, не надо! Минус 2 балла, сразу же, Слава! Итак, давай-ка попробуем. Давай, если я не угадаю, то не минус 2 балла. Минус 2, не надо спорить со мной. Давай не надо. За давай не надо, еще минус 2 балла. Итак, давайте-ка все-таки узнаем, как... Ты красавчик. Ты вообще, Олечка, у тебя такая харизма. Минус баллом, это подлизывание. Нет, это подлизывание. Минус 5 баллов. Нет! Все, тихо, молчите, Оля, Слава. 3, 2, 1. Это... Леонардо да Винчи. Почти. Да. Певица Ван Гог. Почти. Нет. Неплохо. Денис, я очень хочу услышать счет. Ребята тоже. Ну-ка, озвучь. Радиоведущий получает 13 баллов. 13, да. А телеведущие 10. 10, неплохо. О, так все в порядке. Дальше больше у нас еще есть конкурс, есть возможность отыграться. Итак, следующий конкурс называется... Бесславный. Минус 2 балла за то, что переговариваетесь. Извините, нельзя говорить во время того, как говорю я. Итак, слушаем внимательно. Конкурс называется «Это чье?». А нужно будет по голосу узнать, чей это голос. Но никто не будет говорить своим настоящим голосом слова, а будет всего лишь экать, заикаться, причмокивать. В общем, нужно, помнишь, заметим, определить, чей это тембр. Первый голос пошел. Внимательно слушаем. Денис, запускай. Да, 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 говори. Эрнст? А? Эрнст. Ты вот так слышишь Эрнста? Это он? Это не он. Нет, нет, это не он. Давай-ка. Слава. Не жалко. Давай. Это Корчевников? Нет. Нет? Смотрите, я сейчас вместе с Денисом дам вам небольшую подсказку. Будет уже, эта подсказка, я уверен, вам поможет. Поэтому будет уже игра на реакцию. Кто первым поднимет руку и успеет сказать свое название команды. Я надеюсь, вы еще скажете правильный ответ. Готовы вы? Денис, запускай. Славные успели первые. Кто это? Это раз, же... два... Это же... три... Иван Ургант! Файлстарт, минус 2 балла. У вас есть ответ? Да, это... раз... Митя! Нет, Митя! А это... Гуславная! Ну, кто это? Гудков! Плюс 5 баллов, да! Итак, Денис, у нас есть еще одна личность. Давайте-ка все послушаем ее. Запускай, Дэн. Можно еще раз крикнуть? Бесславный. Да. Это Чунишвили. Нет, не Чунишвили. Бесславный. Да. Милонов. Нет. Мы должны были попробовать. А фамилия Бесславный. Да. Жириновский. Умничка, это Жириновский. Да. Плюс 5 баллов, да. Итак, Денис, нам очень важно узнать счет. Давай результат. Итак, Славные зарабатывают 16 баллов. Ей, да. А Бесславные 13. 13, тоже неплохо.
Итак, ребят, следующий конкурс называется «Дай списать». У каждого из нас бывало такое в школе, то, что ты пишешь и одновременно еще что-то слушаешь, кому-то отвечаешь, и все это делаешь одновременно. То же самое нужно будет делать и сейчас. Нужен от вашей команды один представитель. Кто? Саша. Александр. Делегировали меня. Отлично. Саша, аплодисменты. Саша, да. Держи маркер. Тебе нужно будет кое-что нарисовать. На это тебе дается только одна минута. Но есть один момент. Усложним задачу тем, что ты должен будешь ответить на вопросы. Mm. Вопросы из школьной программы. За правильный мы даем плюс 5, за неправильный или пропуск кода минус 3. Саша, ты готов? Нарисуй семью. Поехали. Что выкрал Прометей у богов? Огонь. Верно. Где находится Аравийская пустыня? В Африке. Верно. Как называется плодородный слой земли? Грунт. Почва. Продолжи пословицу. Повторение. Мать учения. Верно. Что измеряет спидометром? Скорость. Верно. Как в старину называли глаз? Око. Верно. Самая высокая вершина? Эверест. Джомолунгма. Джомолунгма. Верно. Название города, в котором находится падающая башня? Пизанская башня. Пиза. Пиза. Верно. Из чего делают изюм? Изюм из винограда делают. Верно. Профессия Дуримара? Медик. Доктор. Лекарь. Аптекарь. Аптекарь. В какой стране самое большое население в мире? Индия. Китай. Какое время года сутки короче? Сутки одинаковые всегда. Верно. Есть у нас гонка. Аплодисменты. Неплохо. Но это семья, действительно. Это, да, да, вот, да. Только ты мне объясни, пожалуйста, это кто человек, делает спиной к телевизору? Это кто? Это папа. Это папа? Да. А, это... Это коротко стриженная мама. Я бы вот это Чиполлино назвал, если честно. Очень странно. А это... Это ребенок в каске, он очень неуклюжий. Отлично. Все, аплодисменты команде ТВМ. Да, молодцы. Итак, от радио. От радио кто к нам? Мы Славу выдвигаем, он у нас самый умный. Слава Славе! Держи, Слав. Сразу относительно рисования. Да. Если отмазка «я художник, я так вижу» прокатит? Ну, посмотрим на баллы, это повлияет. Итак, Слава, готов? Поехали. Нарисуй мне, пожалуйста, коль вы радийщики, радио слушают в такси. Нарисуй такси. Какая часть света омывается всеми четырьмя океанами? Европа. Азия. Полезный волосатый фрукт. Киви. Верно. Слова «мороженое» или «мороженое» и «морозное» однокоренные? Нет. Да. Из семян какого дерева делают шоколад? Какао. Да. Какой прибор не является электрическим? Тостер, сканер или микроскоп? Микроскоп, хотя электрические микроскопы тоже бывают. Верно. Сборник географических карт. Атлас. Верно. Если мужчину зовут Савва, какое отчество его дочери? Савовна. Саввична. Образуйте первое лицо единственного числа настоящего времени от глагола гудеть. Он гудит, я... Гужу. Верно. Как звучит по-японски ставить в вазу цветок? Бонсай. Икебана. Икебана. Назови русским словом то, что в дословном переводе с английского называется поросячий банк. Пигги бэнк. Извини, не услышал. Пигги бэнк. Что пигги бэнк? Пигги бэнк на английском, а на русском это звучит как... Давай я тебе... Давай так скажу. Потрясающе. Аплодисменты сначала за рисунок. Назови русским словом то, что в дословном переводе с английского называется поросячий банк. Пигги бэнк. Это быстро, ты секунду, у тебя есть раз. Следующий. Ну ладно, минус 3 балла, как хочешь. Окей, тебе спасибо большое, Слава, занимай место. Так, давайте сначала разберем вот эти рисуночки. За этот рисунок пятиклассника тебе я даю 5 баллов. А за рисуночек семьи, я надеюсь, она все-таки развернет потом голову, тоже дам 5 баллов. Вы молодцы. Ну, ладно, вам аплодисменты, да. Отлично. Итак, Денис, озвучь счет. Ну. Сегодня прям чувствуется напряжение борьбы, и Славные получают 31 балл. 31, да. Ну а Бесславные 54. Друг, тебе нужны идея, свет, звук, сцена. Агентство «Большая перемена». Итак, ребят, теперь следующая активность называется «Слышь ты!».
Именно так она называется. Нужно будет угадать песню. Сложность в том, что музыка, мелодия из одной песни я склеил с вокалом акапелла другой песни. Нужно угадать исполнителя или название песни, хотя бы музыки или вокала. Если у вас есть хотя бы один ответ, точно так же поднимаете руку, громко кричите название своей команды, и мы вам засчитываем балл, если ответ правильный. Всем все понятно? Тогда, Денис, поехали. Славный. Витас. Витас угадала. Ну, вокала еще не было, да, плюс 5 баллов есть. Денис, запускай. Песня там еще вокал не начался, но можно услышать. Слан. Да. Дискотека «Авария». Да, слава, да, плюс 5 баллов, молодцы. Да. И окей. Это сгодилось. Давай. Все готовы? Да. Денис, запускай. Это праздничный день. Славный. Да. Это же Иван Дорн. Иван Дорн поет, а музыку угадали, нет? С днем рождения. Бесславные. Это... Славные, это... Мы же не закончили. Мы же еще не закончили. Игорь был первый, да! Вам плюс 5 и вам плюс 5. Одни узнали мелодию, другой вокал. Неважно. Итак, Денис. Мы вас любим, ребята. Точно. Вы должны были конфронтацию устраивать здесь. Это за кадром. Денис, поехали. Славные. Да. Это Майкл Джексон. Да. Да. Есть, нет у вас вариантов ни у кого по мелодии? По мелодии не знаю. Отлично. Плюс 5 есть. Денис, давай. Славные. Да. Это же советский цирк умеет делать чудеса. Нет, бесславные. Нет. Это Орликина Пугачева. Да. Да. Плюс 5, да. Давай-ка еще раз. Поехали следующую. Чужие. Бесславные, успели же, нет? Мне казалось, что... Руки вверх, чужие губы. Это кто? Давайте поделим по правилам. Руки вверх. Да, это да. И дальше. А вот услышали, нет? Не услышали, честно говоря. Денис, запускай. Тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты... Славные. Да. Я бы хотела... Сейчас, пожалуйста, сейчас, не... сейчас. Главное, чтобы он не... Даю 3 секунды. Старая, новая. Иначе фальстарт. Раз. Два. Говори уже. Блин. Три. Скажи. Минус 1 за фальстарт. Продолжаем. Послушай. Все верно, Катерина, все верно. Дэн, давай. Она такая, чужая стала сама себе. Как он громко поет. Чужие губы тебя ласкают. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая. Чужая стала сама. Слушай, ну это одна и та же мелодия. Нет? Мне кажется, ты... А, я подобрал, да, просто? Ну, плюс 2, вот теперь приятно, спасибо, я старался. Но нет, это не то. Ну, ты напой. У меня слуха нет, голоса нет. Нет, напоешь, я тебе дам еще плюс 5. Не пой, давай. Слепо доверяла. Плюс 5 за вокал, но скажи мне название. Что там светит твой глаз? Бой, пожалуйста. Итак, ладно, слушаем дальше. Денис, запускай. Чужие губы тебя ласкают. Напел правильно, это та песня. Шепчу тебе, что ты одна такая. Ладно, хорошо, стоп, ладно, окей, даю подсказку. Это, он называет себя Черным. Тимати, что Тимати. Тимати, но ты не успел сказать славные, поэтому никому не даем баллы. Вы молодцы. Вам всем аплодисменты. Да. Итак, Денис, давай не томи, скорее счет, какой у нас счет. Так, дамы и господа, у нас продолжает лидировать команда Бесславных со счетом 79. Сколько? 79. 79, да. Славные, но я вам желаю только догонять 47. 47, аплодисменты, да. Ребят, следующий конкурс даст вам возможность получить огромнейшее преимущество. Это конкурс «Крокошто». Классический крокодил. За угаданное каждое слово даю плюс 5 баллов. За пропуск слова минус 3 балла. То есть можно наверстать в легкую. Правило одно. Один человек выходит, показывает без слов. Другие отгадывают. Не показывают, а отгадывают. Итак, давайте начнем с вашей команды. Кто? Кто первый?
Светочка, давай. Света, Света, аплодисменты, да, да, да. Остановись, да, сюда, да, да. Итак, мы готовы, все готовы. Поехали. Есть. Еда. Нельзя. Пост. Диета. Талия. Есть. Мышка. Мышка какая-то, белочка. Болевая, крыска. Белочка, белочка, которая собирает. Дупло. Норка. Запасы. Норка. Это да, норка. Норка. Очки. Линзы. Сова. Смотреть. Человек телевизор. Смотрит телевизор. Попкорн. Беременная. Ты. Зритель. Зритель, да. Изнеможение, усталость. Усталость! Про... тир, стрельба, тир, война. Стрельба, перезарядить, магазин. Магазин. Ствол, дуло, дуло, патронтаж. Лента вот эта вот пулеметная. Лента пулеметная, автомат, Калашникова, что? Нет, ну это слово. Давай следующее, давай следующее, следующее. Нет, это следующее, время уже закончилось. Это было слово обойма. Света, спасибо, молодец, да. Обойма вот так выставляется. Это было мощно. Давайте-ка от вас еще кого-нибудь нам. Давайте. Оля. Да? Оля. 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 Аплодисменты Оле. Да. Я не умею эту игру. Отличный, да, позитивный настрой. Тогда вы это. Вы победите. Итак, время начинается сейчас. Ковер, машина, ты едешь, ты это асфальт, покрытие. Трасса, покрытие дорожное, дорога, асфальт. Каток закатывает машину, что асфальт, трасса, дорога. Дорога. Мазут. Ну, дорога, по которой ездят машины. Каток захватывает. Автобан какой-нибудь, гонки. Ты водитель, автогонки, который, ты работник, ты рабочий. Само дорожное покрытие, путь. Другое, это было шоссе. Ты любишь что-то, ты смотришь куда-то, восхищаешься, идол, ты поклонник, ты говоришь. Оды пою, оды. Ты варяг, ты. Ты факир? Ты за что-то. Это был вой Вилана Лулана. Это ребенок, у тебя есть ребенок. Нет, ты на столе, ты пеленаешь ребенка, там памперс. Грудничок, младенец. Давай пытаться. Ну, ты замотала руку, тебя кинул. Наконец-то! Как это можно? Ой, Оля, ты молодец! Я просто думал, ты через руку перебила ребенка. Спасибо, спасибо. Ну, присаживайся. Оля, аплодисменты, да. Ой, все хорошо. Ты сломала руку, ты официант, ой. Ну, на ребенка было очень похоже, реально. Слава, слава Славе, да? Да. Итак, Слава готов? Итак, минута начинается сейчас. Ты лыжник, палки, лыжные палки, ты ходишь палками, ты качалка, паровоз, качалка, ты паровоз, ты поезд, ты машинист, ты птица, ты машинист, ты паровоз, ты паровоз, паровоз, ты параплан. Нет, подожди, так он с паровозом, ты управляющий, что? Рельсы, состав, рельсы. Ты состав, ты поезд, ты электричка. Да! Ты копа, ты режешь ногу, ногу, ты... Палец, палец, палец. Пластырь. Мозоль. Напильником палец, что ты тащишь, ты пилочка, ты пилочка, ты пилишь, ты красишь ногти, маникюр. Педикюр. Педикюр, наконец-то. Он, да, музыка, диджей, ставит музыку. Бит, ритм. Бит, да. Это шаги. Давай, Слава, давай. Дом. Не успел отгадать, мы минусуем Славе аплодисменты. Слава, молодец. Слав, педикюр это была лучшая, что я видела в этой жизни. Там неплохой отрыв, я вам скажу. Там прям очень плотно дали. Очень плотно. Вам нужно постараться. Кто от вас первый? Игорь. Игорь, аплодисменты Игорю. Давайте. Итак, Игорь готов. Твоя минута начинается сейчас. Не мой. Халтура. Ты алкоголик. Лежит. В целом масса алкоголизма. По-другому. Пьянство. Веселье. Пьянство по-другому. Что еще может быть, кроме пьянства, алкоголизм? Бухалова, накидалова. Перегар. Тусовка. Это была пьянка. Пьянка. Ага. Лист пишешь, смотришь, не можешь разобрать, думаешь. Диктант, сочинение, графики. Формула. Кроссворд. Кроссворд. Кроссворд, отлично, да.
Открыл окна, ставни, двери, зашел. Стекло. Арка. Стеклопластик? Что ты делаешь? Ворота. Вот это было слово «врата», но я хочу вам засчитать за этот правильный ответ 3 балла. 3 балла, да. Игорь, молодец, да. Итак, следующий кто? Следующий. Что ты делаешь? Аплодисменты, Катерина. Да. Итак. Боже мой. Да не волнуйся ты так. Давай, ты сейчас прям вообще. Как перед экзаменом. Все будет хорошо, не переживай. Итак, Денис готов, Катерина готова. Минута пошла. Мотоцикл. Забор. Да. Ты. Строгая. Костюм, солдат, караул. Политик, чиновник. Караул. Солдат все-таки. Служащий. Строгий костюм. Брючный костюм. Учитель. Швейцар, портье. Ты на дверях стоишь? Ты стоишь. Там люди. Ты в костюме. Чиновник, солидный. Охранник. Охранник, отлично. Водитель. Ой, водитель на каблуках. Занос. Нет. Занос, умница. Это реально было занос. Сон. Есть. Круг. Колесо. Фен. Вентилятор. Ветер. Нет. Как же он по-другому называется, ну, который дует? Ну, кондиционер. Вентиляция. Да! Не успел. А ладно, но было много правильных ответов. Да! От вас Саша еще остался. Саша, давай. Итак, Саш, правила все те же. У тебя есть ровно минута, чтобы ребята отгадали то, что ты покажешь. Денис готов, Саша готов. Минута пошла. Ты, волна, серф. Серферы. Горы. Подъем. Подъем. Подъемник. Вершина. Гора, плато. Пик. Ты переваливаешься, перекатываешься. Перевал. Перевал. Есть. Верующий, священнослужитель, Библия, да. Это был барак. Ты ученый, пишешь, ученый. Исследователь, ученый. Ученый. Учитель. Профессор, доцент. Ученый. Преподаватель. Исследователь было, да? Нет. Ты ученый, умный, доска, пишешь, учитель, преподаватель, ответ, вопрос. Ученик. Ученик, ты... Это было сложное слово «учеба». Учеба. Аплодисменты Саше, да. Итак, узнаем счет у Дениса. Ну, славные. 78 баллов. Воу, это очень неплохо, да? Бесславные. 110 баллов! Так, у нас впереди еще один конкурс, называется «Блиц-шприц». Очень быстрый опрос. У вас есть 5 секунд, чтобы дать ответ мне на вопрос. Итак, Саш, начнем с тебя. 5 секунд даю. Назови мне 3 народных танца. Гопак. 3. 2. Венский вальс. 1. Ну... Ладно, окей, 3 балла даю, аплодисменты Саше, он не танцор, он ведущий. А, то есть так можно, да? Ну, я за все верные я дал бы 5. Катерина, готова? Готова. Мне уже 5 секунд нравится. Даю тебе, чтобы ты назвала мне 3 вида теста. 5, слоеное, 4, дрожжевое 3, и бисквитное. 2. Да, да, 5 баллов, да. Расстреляла ответ у меня, умница. Игорь, 5 секунд. Назови мне 3 игры на шахматной доске. 5. Шашки, поддавки, 4. Шахматы. Да, да. 7 баллов, 7 баллов. В 4 секунды. Плюс 7 баллов. За 1 секунду все выстрелил. Вот это класс. Мне страшно. Готовы? Ну, нет. Все, конечно. Там ребята выстреливают, расстреливают ответом. Итак, давай. 5 секунд, Оль. Назови мне, пожалуйста, 3 известных личности с именем Сергей. 5, Сергей 4, Бодров, 3, Сергей Безруков, 2, Сергей 1. Лазарев. Да, 5 баллов, да, ей. Можно я следующий? Светлана, даю тебе 5 секунд. Светлана, смотри, не бойся, все в порядке. Свет,
5 секунд, чтобы ты мне назвала три страны на букву М. 5, 4. Молдова, мама, я не знаю. 1. Ну, молдавские 2 балла получай. Ладно, хорошо. Аплодисменты Свете. Слава, нужно за одну секунду выстрелить все ответы, тогда получишь 10 баллов, честно. Честно, вот прям честно. Па! Это не про Славу. 5 секунд. Назови мне, пожалуйста, слова за 5 секунд. 3 реки на букву Д. 5, Дон, Днепр, Дунай. 3. 10 баллов, да! Все, все конкурсы прошли, осталось только узнать счет. Денис, озвучь нам его. Итак? Итак, Бесславная набирает 128 баллов. 128. А Славные 93. 93. Итак, ребят, сегодня у нас победили с Бесславные. Молодцы. Ребят, ваш самый главный приз – это проход далее, где вы будете сражаться за самый главный суперприз нашей программы. Мы вам желаем успеха и дарим аплодисменты, да. А вас, друзья, я приглашаю сюда под аплодисменты всех. Выходите. Нет, нет. Итак, дорогие мои радийщики, дарю вам профессионально важные книги «Тысяча скороговорок», «Усовершенствую свою память» и «Учебник быстрого чтения». Это вам всем пригодится. Аплодисменты, ребят! Вам спасибо, друзья. Вам спасибо, друзья. Вам аплодисменты всем. Да, 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 да. И тебе, дорогой телезритель, тоже спасибо. На этом все. Программа подошла к концу. Встретимся ровно через неделю. Это была программа Well Done. До встречи. Пока. Умнички. Вы большие молодцы. Спасибо. Все круто. Красиво. Красиво. Да, все круто.